внешне книга никаких изменений не претерпит. Вот как были пожелтевшие страницы, к сожалению, так они и останутся. Во время нейтрализации не происходит отбеливания бумаги, но pH становится щелочной. То есть кислотность ликвидируется, а кислотность оказывает сильнейшее разрушительное воздействие на бумагу. Я вижу. Раньше существовал сам процесс нейтрализации бумаги, снятия кислотности с нее, но это был процесс полистовой. Книжку расплетали и полистно нейтрализовали. Существовали разные методы. Метод Бэроу широко известный, щадящий метод для бумаги. Но это не производительно, экономически невыгодно. А вот этот метод – массовая нейтрализация, когда книжка нейтрализуется целиком. Затек водяной, сразу изменение цвета. Есть старинные документы на пергамене, которые, конечно, не подвергаются такому процессу, и старинные рукописи, в общем-то, тоже требуют отдельного и такого более внимательного к себе отношения, поэтому они, может быть, это приходят в процесс, как бы в сектор вот ручной реставрации, где процесс нейтрализации проходит почти для каждого листа отдельно. Бумагой доставки. Здесь чуть-чуть будет совсем. Я не сомневаюсь даже, я знаю. Мы ведь обрабатываем не старые, не редкие книги, а, как правило, документы конца 19-го, начала 20-го, до середины 20 века, когда, в общем, очень некачественная, скажем так, бумага выпускалась, и на ней печатались массовые издания. Это в основном периодика, журналы, которые сейчас очень востребованы. Даже сегодня ничего не упало. Чистые. Чистенькие. Чистенькие сегодня книги. Они сейчас холодные? Вот книжки после нейтрализации. Вот, пожалуйста.